Добрый вечер, дорогие друзья и бизнес-партнеры. Для тех, кто меня еще не знает, хочу познакомиться. Мое имя Сандра Цауне, и здесь на этих фотографиях вы видите меня с моим спонсором и давним другом Стефаном Хостетлером. Это мой ментор, и именно благодаря ему у нас есть эта новинка, которую сегодня я вам расскажу и покажу. Наш проект первый раз мир увидел 27 июля этого года, и это был тот же самый день, когда вечером у наших небес появилась красная красивая луна. И говорят, раз в 100 лет она такая появляется, и я скажу честно, раз в 100 лет появляется такой проект, который мы сегодня вам можем показать. Речь пойдет о будущем, о том, что в будущем нас ожидает, что в будущем даст нам колоссальный доход и уверенность в повседневной жизни. Во-первых, будет речь идти и о криптовалюте. Я думаю, что многие из вас уже знают, что это такое криптовалюта, и уже попробовали даже, может быть, себя в этой сфере. Для тех, кто не знает, это будет новинка, но и для тех, кто знают, я расскажу много нового и интересного. Также речь пойдет о сетевом маркетинге, и хочу немножко огорчить тех людей, которые пожизненно уже занимаются сетевым маркетингом. Здесь вы узнаете что-то совсем-совсем новое, такое, что до сих пор никогда еще не было. Эволюция. Эволюция, мы знаем, что она идет повседневно в нашей жизни, но и в технологиях. И если бы я вам сказала лет таки 20 назад, что будут такие машины, которые сами по себе едут вперед, и вы можете просто релаксироваться, почитать журнальчик, вы бы мне не поверили. Это из рода фантастики. Сейчас такие машины уже есть. И я думаю, в будущем, через несколько лет, если вы будете выбирать новую машину, может быть, это будет одна из функций, которую вы захотите, чтобы эта машина имела. И интернет на нашу жизнь появился не так уж и давно. Интернет лет таки 20 лет назад люди не знали особенно, что такое интернет и какие возможности он даст нам в будущем. Но на данный момент интернет уже абсолютно занял очень-очень серьезное место в нашей повседневной жизни, и мы даже не можем себе представить, как прожить без интернета. Смартфоны тоже недавно таки появились на нашу жизнь, но на данный момент и без них тоже мы особо не представляем, как прожить. Это одна из самых важнейших вещиц в нашей жизни. И люди, которые без своего мобильного телефона, смартфона вышли из дома, иногда чувствуют себя даже очень неуверенно, то ли, потому что в нем и наши контакты, и наши навигаторы, и все остальное. То есть библиотека с А до Z. Блокчейн в нашу жизнь тоже уже появился, но до сих пор про него знали не совсем много людей. И в основном про блокчейн узнали через майнинг и трейдинг. Так вот, у нас сегодня не пойдет речь ни о трейдинге, ни о майнинге. У нас пойдет речь о совсем-совсем чем-то новом, vintage banking. И если на данный момент очень мало людей знают, что такое им или имеют представление vintage banking, то в будущем мы все об этом будем знать и этим пользоваться. Лет таки 70 лет назад появился на свет первый компьютер и выглядел вот так. Занимал огромное помещение, и люди в него вкладывали огромные инвестиции и говорили, что это наше будущее. И в нем мы сможем наши даты посмотреть, наши данные еще через 100 лет. Да, за эти 70 лет много чего изменилось. Изменились сервера, и вот такие два этих огромных компьютера помещаются в один смартфон. На данный момент это выглядит немножко иначе, но поверьте мне, не надо еще раз 70 лет, чтобы опять-таки все поменялось.
через пару лет уже это будет выглядеть совсем по-другому. Денежный путь из давних времен до нас дошел тоже очень интересно. Если раньше люди просто менялись услугами и продуктами между собой, то чтобы легче было понять, что кому за что, изобрели деньги. Сначала это были металлические монеты, монеты из золота, серебра, потом появилась бумажная купюра. И чтобы улегчить это все вместе, кто-то придумал чековую книжку, потому что таскать с собой монеты было тяжело, но и когда бумаги намного напечатали, получилась инфляция, и надо было мешками таскать с собой, чтобы купить буханку хлеба. Так вот, с чековой книжкой это было намного проще, потому что на бумажке на одной можно было написать столько ноликов, сколько необходимо. В наши дни мы уже очень хорошо пользуемся кредитными и дебетными карточками, пластиковые карточки. Это уже в нашу жизнь вошло как нормальная вещь. И онлайн-банкинг тоже уже не составляет труда даже для бабушек. И в будущем, опять-таки, у нас ожидает денежная эволюция, потому что мы расплачиваться будем с нашими привычными смартфонами. И не только. Даже если маленький чип стоит в обручальное кольцо, то вы сможете расплатиться со своей покупки с обручальным кольцом, с любым украшением. То есть есть очень-очень много разных видов, как это можно будет сделать. И это нам помогает осуществить именно блокчейн. Банк, про который я вам сегодня хочу рассказать, называется MCV-CAP и был зарегистрирован впервые в 2014 году. И за это время сделана огромная-огромная работа. Введена нового типа программа лоялитета, которой до сих пор таковой не было. Сделана новая технология, на которой возможно провести транзакции до 60 миллионов транзакций за секунду, то есть колоссальные мощности. И самое главное, в прошлом году удалось соединить вместе SEPA и блокчейн. И в этом году, 2018, у нас самая-самая главная тема – это ICO, во-первых, а во-вторых, то, что в этом году было стартовано компания Tycoon69, про которую я сегодня вам и расскажу. Также, как вы видите, по шаговой линии уже запланированы следующие остановки на 2020 год и на 2023 год. То есть у нас есть планы на будущее. Так как банкиры сами называют этот банк «хибридный», то мы тоже можем к такому названию остановиться. И что же здесь такого хибридного? То есть, так же, как в автомобилях, берется, например, старый двигатель на бензине, новый на электричестве, если их соединить вместе, это хибридный автомобиль. И то же самое в нашем банке. Соединена SEPA и блокчейн. Старая, нами привычная банковская система и новейшие технологии, которые уже называют технологиями будущего, да, то есть два в одном. И еще этот банк называют банкинг коммуникацией. Почему? Потому что, во-первых, этот банк соединит под свою крышу очень много разных предпринимателей, которые предлагают свои услуги, и мы сможем эти услуги для нас финансово выгоднее получить через этот банк. Именно финансово выгоднее. Во-вторых, здесь действительно первый раз в мире создается такая система, где люди один с другим сообща смогут участвовать в прибыли этого банка и получать значительные доходы. И именно об этом я сегодня вам хочу показать и рассказать. То есть, чтобы было возможно это осуществить, была создана компания Tycoon69. И так как наш банк зарегистрирован в Австрии, но Tycoon69 в Швейцарии,
то есть мы уже представляем две страны. Тайкуну 69, кстати, есть сейчас уже три бюро, и эти бюро будут, я думаю, развиваться еще больше и больше в разных странах. Об этом всем я вам сегодня расскажу. Руководителями нашей компании являются очень интересные люди, которые знают толк каждой своей работе, и здесь я несколько из них хочу вам представить. Во-первых, это Геральд Шрайнер, на левой стороне картинки вы его видите. Это человек, один из соавторов нашего банка. Это человек, который является банкиром уже со стажем более 20 лет и который до сих пор уже осуществлял очень интересные банковские проекты, в том числе очень инновативные банковские проекты, которые ему очень хорошо даже удались. Во-вторых, на правой стороне вы видите Эрика Адлера. Это человек, который создал абсолютно новую обучающую систему, и по его программам учатся люди в разных школах и вузах, в том числе и дипломаты, да, то есть дипломаты тоже учатся по его программам, чтобы знать, как работать с людьми. И, во-вторых, Эрик Адлер создал колоссальную школу, компанию, которая помогает людям иметь успех во всем, что они делают. Дальше вы здесь видите тоже еще двух выдающихся специалистов в каждой своей сфере. На левой стороне это Эгон Пуци, это тоже человек, который один из основателей банка. Это человек, который очень давние времена назад создал компанию, в которой создавались микрочипы. И то, что у нас есть смартфоны, компьютеры, то, что машины идут своим кодом, это очень большая часть заслуги именно Эгона Пуци и его микрочипов. Да, то есть и он является руководителем, одним из руководителей и банка, и нашей компании Tycoon 69. На правой стороне вы видите Геральда Дойчбауэра, который более 25 лет работал в одной из самых ведущих компаний финансов, и там создал просто невероятное количество клиентов, клиентной базы, да, то есть человек, который в этом очень хорошо понимает толк, и все свои знания и опыт он принес в нашу компанию. Также за нами стоит вся колоссальнейшая команда банка МЦВ КАП и их полная поддержка Тайкуну 69, которую мы повседневно чувствуем. Также я могу сказать, что я лично была уже в этом году в Австрии и познакомилась с банкирами, мы вместе участвовали в европейском туре по разным странам, и я изнутри уже видела и прочувствовала эту команду. И могу с полной уверенностью сказать, наши дела в хороших руках. Что же такого революционного в этом банке? То есть, во-первых, здесь впервые в мире удалось на одну платформу соединить три как будто несовместимые вещи. Это, во-первых, fiat money, это обычная валюта, евро, доллары и так далее, золото и криптовалюту. Причем, замечу, любую криптовалюту. То есть на одну и ту же самую платформу мы можем поставить все три эти данные, например, и биткоины, и Ethereum, Monero и так далее, любую криптовалюту, которую мы имеем. Отметить, чем мы хотим расплачиваться и чем мы на данный момент расплачиваться не хотим. И с одной и той же карточкой идти и расплачиваться в любом магазине, в любом месте и наяву, и в онлайн-режиме. Продукты, которые предлагает Tycoon 69, на данный момент, во-первых, это ICO, в котором мы участвуем, до 31 декабря. Во-вторых, это карточки, как дебетовые карточки, так и кредитные. В-третьих, это карточки с физическим золотом.
потом еще и программа лоялитета и новые виды платежей. Начнем с карточек. То есть на данный момент уже разрабатывается программа, где мы сможем открывать конто в начале следующего года уже абсолютно бесплатно, получить карточку MasterCard или Visa Card абсолютно бесплатно, сразу же с этими карточками расплачиваться в более чем 35 местах, в 35 миллионов местах во всем мире, и каждый раз, когда мы расплачиваемся, иметь кэшбэк. То есть я уже как смеюсь, что банк нам платит еще чаевые за то, что мы являемся клиентами этого банка. Дальше я вам расскажу про наши карточки с чистым золотом. То есть вы здесь видите уже, как это выглядит. Это классический edition. Это карточки, в которые встроен 1 грамм золота. Но это может быть и 2 грамма, и 5 грамм, и 10, сколько мы сами захотим. Конечно, по цене золота эта карточка стоить будет тогда больше. Но это возможно. И выпускаться будут самые разные карточки с разным рисунком в лимитированном количестве. То есть это будут коллекционерные карточки, и люди смогут их приобретать. Во-вторых, будет уже с нового года нам новый ICO на блокчейн. На данный момент уже есть вот такие карточки с физическим золотом с разных стран. Это, как вы видите, и Париж, и Истанбул, и Прага, и что это был за город, уже запомнила. И совсем-совсем скоро к этой коллекции присоединится вот с такой картиночкой новая карточка. Это будет уже наша с Риги карточка. Продукты. Как же я к продуктам могу вам представить программу онлайн-академии Эрика Адлера, потому что, во-первых, покупая ваши пакеты, вы уже в нем имеете продукт Эрика Адлера по разным пакетам, разные пакеты и Эрика Адлера. А во-вторых, те люди, которые достигают 1000 евро или больше обороту, имеют бесплатную программу Эрика Адлера онлайн-академии на целый год. Это действительно такая программа, которая дает человеку 75 и больше процентов успеха в своей и повседневной жизни, и в хобби, и в бизнесе, да, то есть мы ею пользуемся, можем иметь большой успех. Что же здесь такого уникального в нашем маркетинг-плане? Ну, для тех, кто знает сетевой маркетинг, Unilevel уже считается как бы классикой сетевого маркетинга. Бывают разные структуры производства, но разные проценты, но Unilevel есть Unilevel. То есть, выстраивая свои структуры, мы получаем от них доход. Уникальное в нашем маркетинг-плане то, что, покупая любой пакет, даже самый маленький, вы получаете место в такой длинной-длинной цепочке. И это место вы получаете исключительно по времени. То есть тайминг, время у нас самое-самое-самое главное. Потому что как только вы заполучили это место, оно закрепляется за вами, и те люди, которые покупают пакет и вступают в нашу компанию минуту, две, десять, полгода спустя, они все-все попадают под вами, исключительно в одну цепочку. То есть с любого спонсора, с любой страны, все равно кто, все в одну цепочку, и единственное, это тайминг, по которому определяется место нахождения этого человека. Что же вам это дает? То есть у нас есть такой уникальнейший бонус, который называется Powerline. То есть
пропорционально тому, что вы сами себе строите, пропорционально тому, на какую сумму вы себе сам приобрели пакет, вы по бонусу Powerline получаете из этой длиннющей цепочки, из оборота которого там появляется, определенный доход. Да? Это все высчитывает компьютер, и пропорционально вы получаете этот доход. И с нового года, с января, нам вводится еще один новый бонус, который называется, если я не ошибаюсь, Powerful, и это будет уже абсолютно, ну, сногсшибательный бонус. Почему? Потому что если Powerline надо получить, человек должен что-то выстраивать, то Powerful, он получит бонус 5% из всего, что здесь под низу творится, какие обороты появляются, распределяются на людей, даже если они ничего не делают. То есть, если вы никого не пригласили, никому даже слова не сказали, что что-то такое существует, вы все равно обручены на получение денег. То есть, беспрецедентная ситуация. Никогда такого в маркетинге еще не бывало. И единственный критерий, кто получит больше, кто меньше из этих денег, это личная покупка, да, то есть если ваш пакет побольше, вы, конечно, получите больше денег, чем те, которые сделали покупки поменьше. Здесь я хочу показать вам конкретный пример, как это в жизни выглядит. Это взято из нашего бэк-офиса, то есть если вы попали в это место, то все то, что дальше зарегистрировалось по времени, здесь это время можно видеть, фиксируется, попадает под вами. И здесь уже описываются суммы, и эти суммы уже в десятках тысяч, которые вы можете получить, если выстраиваете свою структуру. Причем я здесь хочу вам еще один пример показать, что можно заработать в этой компании. То есть это конкретного человека, Павла, бэк-офис, в котором можно видеть, что человек еще до официального старта компании создал сеть почти в 1000 человек, такую впечатляющую сумму оборота и сам заработал 21 149 евро. То есть такие впечатляющие суммы. И я не знаю ни одного бизнеса в мире, где изначально при старте уже такие суммы человек бы получал. Обычно бывает наоборот, вкладываешь очень много, получаешь очень мало, и когда-нибудь там через месяца, года начинаешь по-крупному получать, но тогда ты там должен уже работать очень-очень долго и очень много вкладывать. Я тоже получила изначально очень крупную сумму и была очень-очень рада тому. Поэтому могу любому посоветовать, я просто не знаю причины, почему не вступать в этот бизнес. Такой больше нету. Что же вы можете получить от этого ICO? Даже если вы ничего не смотрим на маркетинг, но чисто на свою личную покупку. То есть, если вы покупаете токены компании нашего банка NCV Cup, то вы на 1000 евро можете сейчас приобрести 2564 токена за цену 39 центов за штуку. Как я уже сказала, в декабре, 31 декабря наш ICO закрывается, заканчивается, и в январе 2019 года за каждый токен вы получите 4 BCB for you коина. То есть за 1000 евро, которые вы вкладываете, вы получите 10 256 коинов. Мы не можем гарантировать цену криптовалюты, не можем гарантировать то, что там будет происходить в дальнейшем. Но мы можем знать уже примерный прогноз, что может быть, потому что видим, что до сих пор уже сделано. Что сделала
компания Тайкун 69, какие обороты создала, что сделал банк до сих пор. И поэтому наш прогноз на данный момент, что уже изначально в начале года следующего один коин может стоить даже 3,50 €. И если один коин стоит 3,50 €, а у вас 10 256 коинов, то вы получаете более 35 000 евро в коинах уже в начале следующего года. Конечно, это может быть меньше, но это может быть и больше. Это может быть и 4, и 5, и 7, и даже 10 евро за один коин. Что тогда? Конечно, если вы вложили сумму побольше, скажем, 20 000 евро в коинах, то вы и получаете намного больше. За 20 000 евро по этой же формуле вы получаете более 717 000 евро. Да? Но, как я уже сказала, это может быть меньше, но может быть и гораздо больше. Как же эти необычайные токены приобрести? У нас есть два вида пакетов. Есть маркетинг-план пакеты и есть пакеты инвесторов. И на данный момент у нас еще идет акция 10 до 25% больше токенов за те же самые деньги. Так вот, маркетинг-пакет номер один – это basic пакет на 50 евро. Изначально это задумывалось как пакет для самых-самых бедных стран, там, где людям даже 50 евро – очень большая сумма, как Индия, азиатские страны и так далее. Но и в наших странах тоже люди иногда покупают изначально на маленький пакет, пока осознают, что же они здесь приобретают, и тогда можно эти пакеты увеличить. Да? Потом пакет, с которого уже получаем бонусы сверху, это на бронзовый пакет 250 евро. Следующий это Silver на 500, Gold 1000 и Platinum 2500. Причем с этого пакета начинаются очень интересные вещи. То есть здесь вы, приобретая этот пакет, получаете еще одно место дополнительно. Что это означает? В этой длинной цепочке, в которую вы становитесь, прямо под вами записывается одно лишнее место. И как только здесь уже развилась хорошая структура, то есть очень много людей подписалось, это место получается очень-очень ценное. На данный момент это место уже оценивается в 5000 евро, с которых 3000 вы сразу можете сами получить. И если вам хочет подписаться какой-то очень человек из сетевого маркетинга, который имеет огромную структуру, ему намного выгоднее проплатить вам эти деньги и здесь, выстраивая свою структуру, сразу с этой цепочки получать доходы, чем подписываться внизу бесплатно. Также есть на маркетинг пакеты Diamond на 5000, Профессионал на 10000, Founder 25, Инвестор 1 на 50 или Инвестор 2 на 100 000 евро. И как видите, здесь бонусов еще намного-намного больше, дополнительных токенов за те же самые деньги, и мест тоже намного-намного больше под собой. Инвестор-пакеты, в различии от маркетинг-пакетов, не дают места в бизнесе. Это предназначалось изначально для людей, которые просто хотят инвестировать деньги, которые не хотят получать доход от маркетинга. Но если вы уже записались в маркетинг, вам есть такое право купить себе еще и инвесторский пакет. Почему это выгодно? Потому что, посмотрите, например, на 250 евро вы получаете с бонусами вместе даже 705 токенов, намного больше, очень выгодно, да? И есть также на разные суммы эти инвестор-пакеты, и самая крупная еще доступная один пакет на 10 миллионов евро, где один токен стоит уже только 30
центов, да, то есть огромная-огромная разница в цене. Я только что вам показала, насколько выгодно покупать эти токены, и показала уже пакеты, как их приобрести. И сейчас самое интересное. Так как мы дело имеем здесь с компанией Tycoon 69, и так как компания Tycoon 69 имеет непосредственную работу вместе с банком, здесь есть такой колоссальнейший промоушен только для тех, которые начинают бизнес в этой начальной стадии, только до 31 января 2019 года. Если вы делаете 10 тысяч евро оборот, и это абсолютно все равно, или вы покупаете лично на 10 тысяч евро токенов, или вы выстраиваете структуру уже на 10 тысяч евро оборот, вы получаете автоматично от компании и банка подписанный юридически составленный договор, в котором указываются условия. И в эти условия, если вы выполняете в течение одного года 12 месяцев, то вы получаете в подарок, в премию 1 миллион долларов кэш. Да? То есть вы уже так каждый месяц получаете доходы, и плюс к этим доходам еще и премия. Согласитесь, такого еще не бывало, чтобы компания при старте такой промоушен делала. Официально компания стартовала только 3 ноября 2018 года, и огромное количество людей с разных стран принимало участие в этом. И в этом прекраснейшем замке в Австрии, в городе Фелден, было это мероприятие. Мы там познакомились лично и с банкирами, и с Эриком Адлером, и с Эгоном Пуцци. То есть очень-очень такой хороший, прекрасные мероприятия, где мы узнали все нового, и мы все-все были очень рады там побывать. Здесь вы видите уже мою латвийскую команду, часть из моей латвийской команды, где мы фотографировались вместе со Стефаном, Доротея и Кристианом. Также в конце этого великолепного мероприятия было и очень-очень огромное фейерверк, который осветил все озеро и окрестность. Здесь подведем мы итоги. Для тех людей, которые будут регистрироваться до конца 2018 года, будет бесплатный бак-офис. Для других людей в следующий год, которые будут регистрироваться, уже 69 евро в год будет стоить бак-офис. Потом бонусы у нас прогрели, то есть мы еще какое-то время будем получать бонусные токены, и плюс то, что продлен период получения договора на 1 миллион долларов до 31 января. Также хочу сообщить, что тем людям, которые были на этом прекраснейшем открытии компании Tycoon 69, всем в подарок компания дала место под собой. Согласитесь, что это очень-очень колоссальный подарок. И со следующего года у нас начинается новый ICO на новый токен. То есть начинается ICO уже на золото и на новый токен, которые мы сможем не только в дигитальном виде получить, но и такую медаль, красивую, из чистого золота, 1 унция. Также я хочу вам рассказать одну очень важную вещь, что Tycoon 69 стартовал официально в Китае. Вы здесь видите Райнолда Линка, это человек из Австрии, который более 18 лет работает уже с Китаем, и ему удалось то, что до сих пор не удавалось никому. То есть
такого типа компаний, как наши, никогда до сих пор не имели официального разрешения на работу в Китае. Мы первые, мы инноваторы. И у нас уже есть это разрешение, у нас уже есть бюро, у нас уже есть первые люди в Китае, которые уже начинают с нашей компании работать. И Китай — это огромнейший рынок, где один небольшой городок уже 30 миллионов жителей имеет, и мы можем на полную катушку там работать. И те люди, которые подписываются в компанию Tycoon 69 на данный момент, будут очень рады, потому что совсем-совсем скоро уже в Китае разорвутся огромнейшие обороты, и это все будет уже под нами в эту длинную-длинную цепочку. Второе, то, что нам тоже банкир как огромную новость преподнес, то, что мы приняты в Корее в официальную блокчейн-ассоциацию. И в Корее тоже на самом высшем уровне начинается сотрудничество с нашим банком и нашей компанией. И там они уже сейчас сделали договор на просто космическую сумму наших будущих коинов. И это означает, что в Корее они будут крутить наш коин, и коин — это для нас наш кэшбэк и наши деньги. Это для нас просто уникальные известия. И еще одна очень такая важная вещь, что уже в конце ноября наши руководители приглашены ехать в Silicon Valley, это в Калифорнии, демонстрировать наш проект. И это очень-очень важно для нас. Да? То есть там, где Google, там, где Facebook и так далее, все большие компании нас очень заинтересовались. И посмотрим уже, что после этого к Новому году под нашу елочку принесут наши руководители компании. Если вас заинтересовал наш проект, во-первых, конечно, пожалуйста, согласуйтесь со своими спонсорами, людьми, которые дали вам возможность прослушать этот вебинар, как вы можете к нам как можно быстрее зарегистрироваться. Потому что, повторяю еще раз, тайминг самое главное. Потому что каждую минуту, каждую секунду кто-то где-то регистрируется, и, может быть, это самый крупный лидер, который попадет под вами и даст вам в будущем огромный доход. Про нашу компанию вы можете прочитать www.tycoon69.com, а про банк вы можете прочитать www.mcv-cap.com. Даже очень советую посетить эту страничку, зайти на white paper и посмотреть, с чем же мы имеем дело. Приятного вам вечера или дня и всего хорошего. Я желаю вам много-много успехов, много-много радости в жизни и чтобы все-все удавалось, как вы запланировали. До свидания во следующих вебинарах.